Поймем, а кто здесь главный именно участник, кто двигает эти процессы? Хочу сказать, это благодаря гражданским активистам. Это герои нашего времени. Наши сограждане ищут героев, которые были когда-то 300 лет, 200 лет назад. Ну вот они, наши герои. И режим это понимает, он с ними борется. Когда начинаются митинги, режим старается их заблокировать дома, не пустить на акции протеста. Вы еще не можете в полной мере оценить и сказать себе, это наши герои, это наши национальные герои. Вопреки своим страхам, понимая, что их семьи могут остаться без них, без поддержки материальной, тем не менее они идут. Это действительно герои нашего времени. Наша задача – поддержать таких гражданских активистов. Это нужно самому обществу. Потому что чем больше таких гражданских активистов, тем больше лидеров этого протеста, тем быстрее этот режим падет, тем быстрее наша жизнь изменится. Причем изменится жизнь всех абсолютно. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь к вам с просьбой о поддержке. Поддержать этих активистов. Многие из вас без проблем могут поддержать и перечислить 500 тысяч тенге. Это для вас, наверное, небольшие деньги, но когда, что называется, мы с ним соберем по нитке, вы поможете этому гражданскому активисту, конкретно его семье, выстоять. Режим будет вынужден их выпускать, потому что они видят, протест нарастает, международное давление нарастает, все равно это прорвет. Поэтому я, уважаемые сограждане, обращаюсь с просьбой о поддержке гражданских активистов, наших героев времени, наших современников, которые и завтра вместе с нами, со всеми, изменят жизнь нашей страны к лучшему.